Так, чайник у нас уже подходит. Видите, классно, особо работает. Я решила сделать винегрет. Купила же все-таки шпанжар, то есть вот свеклу, да? В прошлом видео говорила об этом. И теперь решила делать винегрет. Поставила овощи. Но винегрет буду делать завтра, не сегодня. Дианусь, видите, у нас там кто спит? А этот Аби сидит на балконе. Вон он сидит, выглядывает. Сейчас я вам его покажу. Рюзгяр, он, видите, сидит на балконе. Да то выходит, то заходит, то выходит, то заходит. Он сидит, носом упирается в стекла. И получается, он мне грязные окна повымазывал. Да, Рюзгяр? Давай, заходи. Давай, быстрее. Дианусь моет посуду. У нас сегодня был такой завтрак запоздалый, потому что муж мой перешел. Время сейчас уже сколько? Пришел с суток. А, видите, время 12:30, а мы только позавтракали. Дианусечка перемывает. Хорошо старается, да, Диан? Да, мой. Все тщательно. Не торопись. Главное, качественно помыть. Успеешь почитать. Уже 3 часа. У нас сегодня воскресенье. Я готовлю ужин. Ой, перенесла сюда все-таки на газ свой винегрет. Видите, у меня вот этой кастрюли нет крышки. Я использую тарелку. Готовлю на худ емеи. То есть обжариваю лук. Все будет очень просто. Затем что у нас? Сладкий болгарский, ну не болгарский, сладкий перец. И на худ. А также томатная паста и пряности. Это у нас будет черный перец и красный перец. Все солим. То есть все просто, без мяса. Ну, потому что я считаю, что на худ есть мясо. А это, видите, дровишек подбросила. Может, сюда стоит опять переставить свой винегрет. Да, он уже практически отварился. А вон лежит. Чуть-чуть печка остывает, так она ближе придвигается. Да? Помог. Она знает, где нужна. А Рюзгяр там у Дианы, на Дианкиной кровати спит. Я уже добавила сюда на худ. Обжарила лук, еще раз повторюсь. Затем до мягкости. Затем добавила ложку томатной пасты. Затем добавила перчик. Все это обжарила. Ну, уже потом добавила на худ отварной. И залила 1,5 стакана воды. Посолила, поперчила. И накрываем крышкой. И теперь пусть оно тушится до готовности. Ну, в принципе, у нас все готово. Я думаю, минут 10 и достаточно. Там смотрите количество воды. Любите слишком пореже супиком, добавляйте больше воды. Любите менее редкое, добавляйте меньше. Все потом регулируете сами. Так, а что у нас с хлебом? Ой, хлеба у нас что здесь? Один. И а это вообще старый, да? То есть один хлеба. Я думаю, готовить ли мне лаваши или нет. Ладно, сейчас подумаю. Диан, там, короче, один свежий хлеб. То, и... что папа сегодня утром купил. И половинка, ну там меньше половинки старого. Ты не можешь спечь хлеб? А ты не можешь сходить? А ты можешь спечь? Ну, твой спичный хлеб такой вкусный. Ну, не хлеб, лаваши, да. Ну, лаваши не важно. Я пеку тоже лавашики классные, да? Вкусные? Да, очень. Ну, я не знаю, а что мне за это будет? Это ж мы с ней такую сделку за... То ли я пеку хлеб, то ли она бежит за хлебом. Ну, мало, конечно, одной булки, причем ты там щипала, она там щипанная. Ну, а что ты хочешь? Кстати, один вот такой батон стоит 1 лиру и весит 200 грамм. Чтоб вы не подумали, то подумайте, что там батон полукилограммовый. Нет, батон 200 грамм. Плюс Дианка отщипнула, где-то грамм 150 там есть в нем. Что я хочу? Да, взамен. Ой, я еще не придумала. Это прям, а что ты можешь мне? Не знаю, Диана. Видите, сидит тут, смотрит какой-то фильм. А, ну ты ж досмотрела. Ой, сколько тебе еще осталось? Час. Еще час? Ё-моё. А я ж когда буду свой смотреть? Неизвестно. Так. Ладно, что испечь, да? На стаканчик йогурта. Ладно, испеку. Но ты, у тебя долг передо мной, ты в курсе? Какой долг?
Ну, я не знаю, придется отработать тебе. Чем? Будешь и завтра чистить кошачий туалет. Я согласна. О, хорошо, все, я пеку. Хорошо, договорились мы с ней. Диан, ну что, когда заканчивается твой фильм? Сколько там осталось? Что за вопрос? Сколько? 10 минут. 10 минут, а мы тут орешки кушаем, надо перекусить, да? Слушай, я передумала, я не хочу, чтобы ты чистила горшок. Я сама почищу, перезаключаем договор. По поводу? По поводу... Ну, что ты хочешь? Ой, извините, жую. Что я хочу? Смотри. Я испеку, ты не пойдешь за хлебом? Ну, во-первых, потому что у нас еще и дождь идет. Это раз. Я не пеку. О, я пеку. Ты за хлебом не идешь. Но взамен ты мне... мы договорились о том, что ты почистишь завтра кошачий туалет, но я не хочу. Блин, ну ты повторяешься. Я хочу, чтобы ты мне сняла ногти на ногах. Давай договорились. Мне так лениво, вот ты как раз мне поможешь. Ладно, быстро поможешь, чем горшок чистить. О, ну все, договорились, ладно. Сколько осталось фильма, Диана? 10 минут, господи, ну слава богу. Я уже жду сколько? 1,5 часа, пока ты закончишь. Все, давай. Тесто мое, видите, стоит. Сейчас буду лаваши делать. Вот из этого кусочка теста у меня получится где-то 4 штуки. Ну, такие, знаете, ну, естественно, на раз покушать. Что здесь? 1,5 стакана йогурта. Так что тесто у меня готово в плане этого, в плане хлеба. На винегрет, наконец-то, я отварила. Варила. Но винегрет у нас будет завтра. Так что винегрет тоже практически готов. Ну, это ж еще не все, вы же понимаете, пиринч пиловы, это обязательно, у меня муж очень сильно любит его, вот, я бы сказала, на одно из его любимых блюд, он хоть и говорит, я не знаю, мне вся любая еда нравится, но тем не менее, без пилава просто не может, поэтому стаканчик, я всегда варю пилав на 1 стакан риса. Мы как-то в основном едим рис, нежели булгур. Ну и видите, вот пилав у меня получился. Вот такой вот рис, конечно, не особо... Ой, что там? Конденсат. Не особо, конечно, мигросовский мы купили рис. Это наш этот турецкий нохут. Так, это пустая кастрюлька, сковородочка, на чем я жарила эти... лавашики, эти лепешки. Такие лепешки моя бабушка жарила на маковей. Бабушка моя их жарила на маковей, только она добавляла сюда мак и немножко сахарка. Они были такие сладенькие, классные. Мы с медом, в мед их окунали. Очень вкусные, очень. Вот так вот я их накрываю чистым полотенышком или что там у вас есть. И все. За хлебом можно не бежать. Ну, а я все, как всегда, смотрю детективы, что там, американский монстр по Маши Папочке. Ну, интересно, вы знаете, так посмотреть я люблю, тем более здесь не нужно изучать героев, то есть, как бы, можно даже смотреть спиной для фона. Так что, ладно, время у нас уже поздно, 7 часов вечера, пошла будить мужа, муж спит. Не знаю, встанет, не встанет, или все-таки до утра будет спать. Не знаю. Не знаете, как ночь не поспишь? Сколько бы ты ни спал днем, вечером, ты все равно не выспишься. Все равно ты будешь пожеванный. Поэтому, конечно же, я его понимаю. Ну, пойду попробую. Ну что, ужин у нас начался. Вот, вот так вот у нас это все выглядит. Вот у нас такой пилав. Очень даже и рассыпчатый получился. Так, на это нохут. Отлично. Ой, Диана кладет тут приборы. Ну и, конечно же, наши лавашики. Вот так вот. Это как острый? Диан? Немножко есть остренького, да. Ну, Диана, ну оно без... Когда вот вообще никакой... Да, я ложила сюда красный перец. Есть здесь. Да немножечко, ничего. А вот помук она как только слышит... Как только слышит... О-о-о, Ляша творит. Как только слышит...
шуршание пакета, либо звук биения. Йор, мой Йор. Да, да, Йор. Да, да. Вот какой мама вкусный испекла хлеб. Все, ладненько. Всем приятного аппетита, да, Диана?